Что с тобой? Подыхаю от скоки. В твоих отстойных шортах на тебя никто даже не позарится. Зато они удобные. Я ношу в них кошелек, ключи, пивко, за которое ты потом скажешь спасибо. О, куда зовут? Вкусня или Бухалова? Нет, ужин. Блин, отстой. Спасибо. Я буду стейк и еще филе из тунца. Ты из голодного края? Угу. В кафе неподалеку мне дают хороший кэшбэк. Хочешь, пойдем туда? Давай. Круто. Сэкономлю на аренде жилья. Что? Расслабься. Ну, колись, как вчерашний вечер? Великолепно. Он жарил мне блины. Да? И когда у вас были блины? Вечером? Или утром? До, после и во время. Мара Бэйлор, шлюшка! Привет, Джим. Рад тебя видеть. Привет, сестра. Я выхожу замуж! Мы с Виолет женимся! Вы издеваетесь? Прикинь, они все женятся, я в шоке! 7 свадеб за год, оторвемся. Скажи так, что было грустно и смешно. А потом мило и снова грустно. А затем слова надежды. О, черт! Как бы нам испортить эту свадьбу? Думаю, мы уже это делаем. Расскажи мне о своей семье, детка. Мои мама и папа в разводе. А в нашей семье разводы не приняты. Мы ждем, пока супруг иссохнет и откинется. Я пришла с бойфрендом и его бывшим. Вон она. Блин. Она хочет украсть твое сердце, и я собираюсь остановить ее танцы. Уверена, что не хочешь воды? Ты же надралась.